Сегодня 7-й день недели стольника. И так вышло, что этот день совпал с моим днем рождения. Несколько слов о себе. Никогда я не жила спокойно и не искала легких путей. Лишь мечтала на пенсии поваляться на диване и почитать книги. Но на просторах интернета встретила приют «Лохматая душа». С тех пор моя жизнь изменилась кардинально. Она разделилась на «до» и «после». Сначала я попросила доступ к каналу «Яндекс.Дзен». Он был создан в 2018 году и в том же году умер. Сейчас он успешно работает. Затем, в период самоизоляции, я предложила свою помощь отвезти посылки из Москвы в приют. С тех пор я никогда не приезжала туда на пустой машине. Я знала, на что я иду. Зато я поняла, зачем купила джип. Не только ездить по московским бордюрам, а для того, чтобы туда помещалось много посылок, и в любое время года я могла их доставить в приют. По некоторым стечениям обстоятельств мне еще достался канал на Ютубе. Я не хвастаюсь и не жалуюсь. Это мой выбор. Я горжусь тем, что я помогаю бездомным животным. И лохматая душа стала неотъемлемой частью моей жизни. Thank you.
Труся, моя Труся. Вот такие угощения для Труси. Да, хорошая наша девочка. Маленькая моя, ты красавица, да? Они прям такие самостоятельные, сами плавают, что-то там ищут. Мамашка охраняет на берегу. Ага, курицу отогнала. Маленькие-маленькие, такие крошечки. Желтенькие крошечки. Мамаша, мамаша. Пошла, пошла. Волнуется, волнуется. Головые. Самостоятельные. Прикольный пес. Вот у меня сегодня за штурмана, да, зайка? Один глаз весь синий совсем, белый. Один нормальный глазик. Жарко тебе там, да, малыш? Эта веселая компания вернулась в приют. А одной так стало жарко, что она побежала купаться. Купальный сезон открыт. Ну-ка, греби сюда. Гусей распугала. Оникс, мы выполнили свое обещание. На протяжении недели мы выпускали ролики о приюте каждый день. Теперь ваша очередь выполнить свои обещания. И я жду от вас подарки на день рождения собачьим кормом. Вот я работаю. Вот у меня мышка в руках. А вот здесь у меня кошка в руках, которая мне помогает. Помощник мой. Помощник мой золотой. Не свались. Лапы мне, вот эти лапы, все время на компьютере что-то нажимают.
Ну, вообще просто помощник, помощник. И все время так и норовит меня лапкой тронуть, чтобы я его или погладила, или потюхала тут вот за шейкой. Да, мой хороший, мой помощник. Как я без тебя раньше жила, не знаю. Ну, ты мой хороший мальчик.